Начало творческой концертной осени еще хранит в памяти шлейф от воспоминаний о большом эмоциональном ударе и явлении в Казани оперной дивы по имени Симона Кермис, для которой барочная музыка и рок-н-ролльные пассажи – близнецы-братья. Тем не менее, пришествие в любую географическую точку таких исполнительниц – зачин для успешного паблисити любого солидного коллектива. Наш коллектив начинает по-настоящему работать на экспорт. Три концерта у Гергиева в Мариинском театре. Два концерта в абонементе Московской филармонии, юбилейный концерт фестиваля «Крещендо» Мацуевского на исторической сцене Большого театра в Москве. Денис Мацуев станет очередным хедлайнером фестиваля «Денис Мацуев у друзей». Впрочем, на нем не останавливается степень зрительских интересов, что стало с талантливой Дарьей Работкиной, получившей в Казани свои профессиональные шаги. Это интересует ее родителей, педагогов и коллег и горожан, следящих за репертуаром афиши выступлений. Огромное чувство любви, которое я увожу с собой и чувствую здесь, когда играю. Вот. А детские ассоциации, конечно, присутствуют в каждом моменте. Я здесь выросла и знаю, что в зале сидят многие люди, которых я люблю, которые поддерживают меня. Возможно, специалисты и будут анатомировать технику игры и уровень роста и вспоминать Сергея Рахманинова, лучшего композитора и пианиста столетия, чьи настроения в сочинительстве стали камертоном для выражения чувства и эмоций. У него все хорошо. У него настолько тесная связь с природой, все эти звуки, все состояния, что это чувствуется во всех периодах. Нет такого четкого разделения у меня, во всяком случае. Многие гости, которые здесь были, сыграли свою роль вот в движении на Запад, что называется, и в мир оркестра нашего. Дмитрий Пивоваров, Александр Царегородцев, эфир 24.